Мои хорошие, сейчас я вам сниму вот этот вот шкафчик. Там фотографии семейные с молодости моего сына, хотела сказать, моего мужа, свекрови и так далее. Посмотрите. Может быть, вы другими глазами посмотрите на моих детей и скажете, на кого они похожи. Итак, насколько я знаю, вот на этой фотографии это старшая дочь сына, я муж, когда была совсем манюсенькая. Здесь она мне и Аслана, и Зихру напоминает. Так, сейчас посмотрим свет, что по-другому падает. И Асланчика, и Зихру напоминает. Ну, посередине вы уже поняли, это заловка. Не знаю, как снять, чтобы свет не падал. Вот. Так, это тоже, по-моему, заловка. Если я не ошибаюсь. Не написано. Сейчас спрошу. Сейчас узнаем, кто это, кто это. Анне? Буа-джирма? Тукан? Это Залупкин сын, оказывается. Тукан, племянник мужа. Так, вот это точно заловка маленькая, и мой муж заловка, и муж в детстве. Но губы это один в один Асланчика губки. Дальше. Это тоже племянник мужа маленький, там тоже племянник. А вот она старшая дочь мужа, ушастик такой же, как и Асланчик. Здесь дедушка, Заловкин муж и племянник, свекровь, совсем молоденькая. Здесь она мне напоминает старшую дочь мужа. Так, вот. А муж в молодости? Такс, это мы. Так, здесь внизу посмотрим, что у нас есть. Это мы со старшей девочкой. Года два назад, наверное, если не больше. 2016. 3 года прошло. Да, 6 апреля. Так быстро время летит. В молодости свекровь. В детстве мой супруг. Вообще не похож на себя. Я вообще уточню, это он или нет. Секунду. Бензи. Опять ошиблась. Племянник. Я это думаю, как это муж. В то время разве были цепные фото? Племянник. Ямур. Ямур, biliyorum. Ağlayan Yağmur. Evet, onu O da biliyorum. Yağmur. Evet, onu da. Anne. Anne geçti. Burada kim Bezmi. var? Aa. Bu teyze. Orada kimse yok. Вот так вот, короче. Больше нету здесь ничего. Hacer. Aşağıdaki kimmiş? Ha, kimmiş bu ya, aradaki? Nerede? Bilmiyorum. Şey. Ay. Ha, Yağmur'un da bu. vardı. Onlar çektiler de. Onlar şey yapmaz ya. Zehra. O beni gördün mü sen? Tabii Uzun ki. saçlı. Şu 13 Uzun yaşında mı, saçlı. 14 yaşında mıydım, neydim? 14 mü? Öyle bir şeydim yani. He. Tabii yok, 14 yokmuşum da kız. Rahmetli abim Almanya şeye gidecekti, askere gidecekti. Там на Konya фотографии gittiydik, mağazaya даже falan, orada 14 çektiler. лет нет. На вот этой фотографии. А твоей фотографии там нету. Senin resmin orada yok, resmin yok. Надо снять хотя бы пару Sen фотографий. onu çek, ben böyle bir vesikalık yaptırayım. Bana at. Ya, evet, ben de onu diyorum.
Şunu. Привет, привет, мои хорошие. У нас утро, 11 часов. С минуты на минуту жду массажистку. Сегодня третий день массажа. Доча уснула. Обычно ей первой делают массаж, потом сынули. Уснула, не знаю, сколько она поспит. Не дождалась массажистка. Здесь сынуля сидит. Так, голожопик маме не буду ниже снимать. Я как говорила, утром, когда дети просыпаются, я всегда с них снимаю подгузники, чтобы попка подышала обязательно. Да, мамень? Да, солнышко? Там одежда уже приготовленная после массажа, чтобы их искупать и переодеть чистенькую одежду. Сегодня мы одни, папы нет. Папа с утра где-то в часов 6-7, наверное, ушел по делам, в соседний город куда-то поехал. Мы спали в это время, когда папа собирался. Дети ведут себя очень хорошо. Что, мамень? Что, мамень? Мамень, подожди, мама, твой петусочек прикрой на всякий случай. Вот она, мамень, на сокровище. Он уже просто сидеть не хочет, он хочет становиться на четвереньки, и уже его оставлять вот где-то опасно. Уже и не оставляем. Вот так вот. Ну все, сейчас придет массажистка. Потом расскажу, как у нас прошел день без папы. Мои хорошие. Хотела спросить, а вы стираете новую одежду, которую приобретаете, которую вам дарят и так далее, детская одежда именно? Я все стираю. Вчера мы были в гостях у свекрови, там приходили подруги свекрови, соседки и так далее. И подарили всякие пижамки, бодики и так далее. Вот это все. Надо снять этикетку. Это все сейчас пойдет на стирку. Я могу не постирать детскую вещь, которая, например, джинсовая куртка, комбинезончик. Вот это я могу не постирать и одеть на ребенка, и то, если это куплено в хорошем магазине. А так, то, что вы не знаете, где было куплено, например, я стираю. Хотела спросить у вас, как поступаете вы. Это все пижамки в основном, домашняя одежда. Вот такие вещи приносят соседки и так далее, когда приходят смотреть детей. Вот это пойдет у нас в стиралку. Детки. Так. Все в стиралку, кроме вот этой майки. Надо вырезать эту этикетку. Все, принцесса плачет. А? Как ты думаешь? Ты не против? А? Не против ты? Ты не против, что мама рядом легла? Вертихвостка маленькая. Ах, у тебя голова не болит. Хорошо, что папа снизу 33 одеяла подложил. Эй! А что случилось? Не слушается опять игрушка тебя, да? Ну опять у тебя война с этой турецкой игрушкой. А, я тоже не умею с ней. У него война ведь сейчас вот эта игрушка. Здесь как на минном поле. Куда ни ткни, везде какая-нибудь игрушка звенит. Да, так. Мамина девочка. Мамина солнышко. Бубочка. Она сегодня после массажа спала целых 2 часа. Не сразу, правда, я ее потом укачала на ручках. Ну, 2 часа, чтобы она днем спала, это просто. Ай. Да, мамина? Ты спала целых 2 часа? Да? Стукнулась об мамина плечо и хоть бы хны. Я же говорю, она у меня такая вертлявая. Ай. А этот вечно чем-то занят. Мамины широкие плечи, тебе разогнаться здесь негде, да, мамина?
Дома меня девочка. Дома ее красавица. Моя самая красивая девочка. Красивая это у меня, да? Да. Дальше нас. Вот то она болтает, то не болтает. А, сынуля. Я тоже впала в детство вместе с ними. Да, мамина? Сегодня у нас был третий день массажа. Третий день массаж и второй день парафин. После массажа на шее, на заднюю часть шеи накладывают цупленький парафинчик минут на 10. Первый раз на 10 минут, второй раз было, сегодня было на 15 минут. Какая ты сладкая, мамина. Какая ты вкусная девочка. Самая лучшая девочка на свете. Машала, Маша. Ты мамина счастье? Вихрашка? Веха. Ты мамина счастье? Да. Да. Хо-хо-хо-хо-хо. Счастье мамину. Солнышко мамину. Птенчик маме. Мамина любимая девочка. Скоро лето наступит, и мама будет на нее одевать платьишки. Да? Да, мамина? Ладно, закрываю. Тоже столько времени снимаю. Да, Зихрашка? Рассказывай что-нибудь. О! Пошла, пошла, пошла. Где братик? Где Асланчик? Где Асланчик? Да? Зихра! Мамина! Ну, чёлочка растет у моей девочки. Да, мамина, растешь, да ты? Да, мамочка, мамина, самая красивая моя девочка. Да? Она стала все чаще и чаще, все больше и больше улыбаться нам. Да, мамина, ты стала улыбаться? Да? Папа заснул, бедный. Спит, просыпается, спит, просыпается. Да? Ты замутила папу, да? Замутила? Я гладила. Все их новые вещи перестирала, перегладила. Ну и наши тоже совместные с мужем, естественно. И поэтому с дочерью возился муж пока. Да, да. Сынуля спит. Мама, съем тебя. Давай, мама, тебя съем. Давай съем. Хап-хап-хап-хап-хап-хап. Сделай тебе. Хап-хап-хап-хап-хап-хап-хап. Сделаю я. Сделаю. Ладно, закрывай телефон. А сам закинул игрушку под диван. Папа достает. Олманды мы. Он не знает, что я его снимаю. Ну, как обычно. Я ведь зерагерджи. Зигра капризничает. Она хочет спать. Сейчас свалится мой муж. Чик-ты, чик-ты, чик-ты. Вот она. Ха-ха-ха-ха.
их рядом нельзя оставлять. Они друг друга этот трогают или что. Потом начинают плакать. Аслан у Зихрашки вечно игрушки отбирает.